Достижение глобального гендерного паритета может занять почти 136 лет. Об этом говорится в новом докладе Всемирного экономического форума. В предыдущем отчете эксперты полагали, что уменьшить гендерный разрыв удастся за 100 лет. Прогресс застопорился из-за локдаунов и замедления экономического роста на фоне коронавирусной пандемии. Почему и каким образом год пандемии оказал такое разрушительное воздействие? Проблема в том, что пандемия негативно повлияла на участие женщин в производстве и других видах трудовой деятельности. Есть и проблема, не связанная непосредственно с пандемией. Мы наблюдаем спад в тех областях, где ранее был достигнут прогресс. Например, это касается политических прав и возможностей женщин. Такое происходит в некоторых странах с мощнейшей экономикой. Настал момент задуматься о равенстве мужчин и женщин и интеграции в самом широком смысле, поскольку нам придется восстанавливать экономику. Нельзя принимать половинчатые меры. Какие способы и инструменты нам доступны? Речь идет о квотах или еще о чем-то другом? Во-первых, надо предпринимать определенные шаги в сфере экономики, связанные с уходом за пожилыми людьми и детьми. Касается это и социальной инфраструктуры. Это те области, где очевидна необходимость принятия правильных решений. Если все останется по-прежнему, если в нашей культуре сохранится тенденция взваливать только на женщин уход за малолетними и престарелыми, да к тому же бесплатный, гендерный разрыв не сократить. Во-вторых, должна произойти революция в системе переподготовки кадров. В будущем многим работникам понадобится и повышение квалификации, и переквалификация, поскольку придется сталкиваться с перераспределением рабочих мест и трудоустройством после увольнений. Наконец, больше гибкости должно быть в процессе трудоустройства. Если мы хотим выйти из кризиса, то да, в этой сфере возможно применение квот, разумных квот. Это даст уверенность в том, что когда экономика начнет восстанавливаться и рынок труда оживится, женщины и мужчины при приеме на работу окажутся в равных условиях.